Марина Абросимова, выступающая под сценическим псевдонимом Максим, вечером 19 августа впервые вышла на сцену. Она выступила на Московском урбанистическом форуме. Принимали певицу очень тепло, зрители пели ее хиты вместе с ней. Марина недавно завершила курс лечения в спецклинике, где медики помогали ей избавиться от алкогольной зависимости. 5 лет назад звезда уже лежала в рехабе, в результате чего смогла вернуться на сцену. Но после перенесенного тяжелого ковида случился срыв. Певица нашла в себе силы попросить прощения у поклонников и честно объявила о своей зависимости, после чего доверилась докторам. Сейчас, как пишет «Комсомольская правда», звезда в отличной форме. Она планирует постепенно возвращаться на сцену, сначала отдельные выступления, а дальше уже сольники. Как сообщает издание «Супер.ру», артистка добровольно обратилась за помощью в элитную наркологическую клинику «Маршака», где 28 дней лечения обходится в 1 миллион 408 тысяч рублей.